Я убежден, мы создали наше независимое государство, в том числе благодаря тому, что все эти годы помнили о своих истоках и были верны земле своих предков. Мы и впредь будем поддерживать и поощрять всех, кто обогащает культурное наследие Беларуси, сберегает нравственные и духовные ориентиры, возрождает и наполняет новым смыслом национальные традиции. Они наш якорь, который поможет удержаться на волне глобализации, нацеленной на разрушение государственных основ. Да, мы осознаем себя частью огромного мира и соединены тысячами нитей экономических, культурных, дипломатических, родственных, других связей с другими странами и народами. Мы открыты для дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, но наш традиционный, социально ориентированный уклад незыблем. Только так, помня, кто мы и в чем наша уникальность, сохраняя свою идентичность и самобытность, мы сможем противостоять идее унификации мира под единый, чуждый нашему менталитету образец или стандарт, создавая духовную, нравственную и культурную основу для жизни будущих поколений белорусов. Мы также обеспечиваем национальную безопасность и укрепляем суверенитет страны. Результат нашего твердого, последовательного, политического, социокультурного выбора – построение сильного, суверенного, независимого государства. В его создании заслуга всего белорусского народа. Но особая роль принадлежит тем, кто посвятил себя бескорыстному служению своему Отечеству.